Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем трешечок. Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Линара, Неолие, вот такой вот у него ник. Находится он в гильдии Олимп. Вторые, третьи места и первые тоже. Кидайте заявочки, вступайте. За пропуск БГКик. Точно так же, как у меня и на Сардальке. Так, у нас сегодня коллекционер. Аккаунт немножко донатый, немножко ему не хватает до Минотавра. Вот такой вот коллекционер, он уже что-то ролил. Ему осталось 15 слизней собрать. Ну, 59 тысяч самов есть. Вот сегодня уже нормально 13к слил. Что-то я так понял, ничего не выбил. Понятно, поехали посмотрим на героев, что по героям у него есть. Так. Одера нет. Ничего себе, Лео, Одер, Трифит, Кинди, Ледяха, Рибит, Асура, Махатма, Рогатка. Ну, в принципе, не так уж и многих героев ему недостающих. Ну, донатные, это понятно. Ну-ка, интересно, что у него делается по осколкам. Роза 5, 15. Огника нет. Видимо, уверенный мелкий донат. Такс. Такс, такс, такс. Окей. Смотрим, что там у него вообще по алтарю делается. Интересного. Отличная Фрейка, отличный Анубис. Ворожей, супер стрелок. Ну, посмотрите, а вот с талантами, блин, реально круто все. Видимо, на таланты спускает. Бигфутик с исцелением. Смысл. А тыква какая? А тыква тоже с исцелением. Так, уп. Неплохой аккаунт, неплохие талантики. В общем, вот как-то так. Окей. С этим разобрались. Ну что, поехали. Let's go. Также у нас сегодня трата есть. Ну, нам надо Ледяха и Махатма. На предыдущем аккаунте мы затащили сегодня Ледяху. Посмотрим, как оно будет здесь. Надеюсь, тоже затащим. Такс. Ну, с Богом. Студеный. Так. Налетчик, триантик. А что у нас? Склад забит. Сноу. Ну, уже три слизня есть. Трифит! Супер! Поздравляю! Хрон. Ну, Трифит, конечно, такое себе. Ну, мы, в принципе, вытащили стрелка, получается. У стрелок у него есть. Стрелок у него есть, но зато уже есть первый недостающий герой. Отлично. Так, а что у него здесь вообще творится? Ну, 40 коробочек есть. Так, понятно все. Ну, поехали дальше. Let's go. Видите, минимальный донат, с талантами проблем нет. Так, ниндзик, сердцеедка, королева гарпий. Вытащили мы ему наконец-то овоща недостающего. Ну, нам, блин, нам очень надо. Блин, бугимен, ну это круто, конечно, но это не то. Нам нужна Махатма и Лазуля. 44к осталось. Бульдозер, рыцарь. Рандомчик, ну давай. Чё тебе те лазули, ниндзя опять упал. Одержимый, еще один одержимый. Ну поздравляю. Я что-то седно. Неплохо, неплохо. Я что-то не могу понять. У него что, одержимого вообще нет? Может, он просто не открывает карту? Не, все-таки нету. Вот так вот. Нифига себе, мы тут нормально тоже натрешивали. Плюс уже два. Неплохие герои есть. Отлично. Так, надо еще Лео вытащить. Ну-с, поехали. Поехали дальше. Блин, места, конечно, нету у него. Химка. Ну, ничего страшного.
На следующий ролик будет больше уже мест. Афина! Вот так вот, а вы говорите, девочки не падают. Девочки падают. Фея. Бульдозер. Бугрома. Ладно, поехали в рейд. Побегаем, а то что-то... Что-то печалька. Блин, ну у него, конечно, классные герои. Ничего не скажешь. И таланты классные, и герои классные. Так, окей. Поехали дальше. Бульдозер. Триант. Да блин, давайте уже Лазулю сюда. Сколько можно издеваться? Друид. Хранитель. Валентина, добрый вечер. Валентина нам уже не нужна. Так, смерть. Влад Дракула. Блин, ну падает. Падает, падла, но не то, что надо. Так, 10 самиков забрали. Поехали опять в рейд. Let's go. Блин, Бугич, конечно, дамажит обалденно. Так, надо на ком-то слиться. То что-то мы выигрываем, надо слиться. Тут не на ком сливаться. Что-то нет овника в его топе, странно. Фига себе. Посмотрите, какой у него ворожай бешеный. Просто тупо ушатал их. Жестко. Так. Ну, поехали дальше. Блин, Одер и этот как-то, ну, и Трифит. Как-то печально. Бигфут. Валентина опять. Ну, друид. Королева гарпий. Череп. Медуза. Королева гарпий. Варлок. Офигеть. Вот это посмотрите, как сегодня падает. Даже пан Аладдин нам упал. Хранитель. Жестко. Реально сегодня падает очень жестко. Так, забираем. Ну, одна эмблемка плюс. Сейчас откроем. Отлично. Слизней мы собрали. Это радует. Сейчас заберем все плюшки. Продолжим роллинг. Потом пооткрываем. Ну, хотя одержимое у него уже есть. А что у него делается вообще по подземкам? С его героями он, наверное... А, он еще не прошел? Странно. Че он с его героями не прошел эту подземку? Как-то странно. Ладно. Поехали дальше шаманить. Ну давай, рандомчик. Конечно, видите, чем больше... Точнее, чем меньше недостающих, тем сложнее их выбить. При возможности доната лучше собирать осколками. Либо так. Еще один трифид. Да ну нафиг. Нафига два здесь трифида. Асурик. Офигеть. Круто. Круто, круто, но все не то, что нам надо было, к сожалению. Такс. А, еще и Асурик.
Ну что, поздравляю, конечно, не Махатма, не Ледяха, ну блин, Асура раз, с таких обалденных Кенди два, Трифи три и четыре Одер. Четыре героя, я считаю, более чем отлично. Так, у нас там еще должно 73к, конечно, потратили. Печально. Такс. Что там у нас? Архи открылся уже. Стан, огромный урон, иммунитет к эффектам, уменьшение энергии. Так, хорошо. Хорошо. Что там у нас по топу? 4, 4,5. Так, хорошо. С этим я разобрался. Давайте, давайте, давайте. Давайте, не давайте. Хочу пооткрывать героев, пооткрывать плюшки. Бум. Такое себе. Ну, все равно круто. Восьмая, хоть, ну, конечно, не то, чего хотелось бы, но пусть будет. Так, у нас подарков нет, говорят. Давайте героев пооткрываем. Трифит. Так, Трифит Асура. Отлично. Вот там у нас еще Кенди мы ему вытащили и Одер. И два Одера. Неплохо. Вполне, вполне неплохо. Такс, поехали посмотрим. Говорил, можно будет немножко пооткрывать коробочки недостающих. Так, смотрим, что у нас Асура с чем. Доспех. Так, понятно. У него тут хороший запас героев. Кенди, первая ремка и Одер. Я себе у него тут героев первых. Так, один наш одержимый. Это я что-то... А, вот он. О, нифига себе, сразу с пятой живой. Жестко. Давайте попробуем что-то вытащить. Может, что-то упадет интересное. Отлично, смотрите, сразу же падает бог войны. Бог войны, бог, 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 бог. Бог, бог. Что у него тут вообще по героям делается? Каким... Кому можно передвинуть этот талантик? Так, ремка. Давайте шапки поставим. Так, бег. Ну, бег-то понятно. Кому-то можно любому пока временно втулить. Такой талант, который чисто для силы. Так, персик поставим сюда. О, ожог. Где там его Ронька? С чем у него Ронька? Ронин, 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 Ронин. Ронин у него с ожогом уже. Так, Одер, Трифит. Их его знает, честно скажу. Давайте ей поставим. Этот уже есть. Так, Химка. А, у него тут первый. Это будет получше, чем остальное. Так, пока сюда. Еще одна ожива. Блин, классная тема. Ожива. Я кину пока на Сурика. Каменка. На Трифида. Дар жизни. Можно малышу Нику поставить, там особо с уроном его смысла. Так, огненка. Так, Дрейк. А, Бигфутик у него там есть. Бигфут Ирину сейчас глянем. Так, Биг. Каменка есть. И Ирину, 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 Ирину. Бог войны. Ставим на Рину. Так, окей.
Давайте еще пару коробочек. Ярость. Можно сюда поставить. Так, еще ожог. Ну, я, в принципе, все оставлю. Я не буду тратить ему коробки, потому что, блин, ну, смысла не вижу. У него тут и так хватает героев. Пусть лучше еще добить. Так, сменили. Отлично. Поехали, еще посмотрим, что там у нас по плюшкам. Там еще, по-моему, карта была. Да, неплохо мы так ему затарили стрелка. Так, где там карта? Мы же вроде все забрали. А, или мы карту оставили еще на почте. Да, мы не все забрали. Так, вторая карта у нас есть. Ее надо подумать, как открыть. Так, где она? Вот это. Let's go. Бум. Призрачно, вот такое себе. Ну, в общем, что могу сказать? 4 недостающих, в принципе, классно. Дальше, конечно, будет посложнее что-то выбить, но собрали всего коллекционера полностью все. Всем поздравляю. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.